Нам очень понравилась новая игра «Финансы, инвестиции для детей». Это очень нестандартный подход. Новое экономическое образование в формате игры, что очень откликается на современную действительность. Вы знаете, только я как мама задумывалась о том, чтобы дать какие-то базы, и очень жаль, что мало экономического образования в школах. И тут нас приглашают просто на безумно интересную игру, в том числе и для родителей, это очень интересно, где ребенок может нестандартно мыслить, где он учится грамотно использовать свои денежные ресурсы, где он учится не только приумножать свои финансы, но и уже и знать что-то на будущее, как их там отложить, как их приумножить. И большой плюс этой игры, знаете, такая некая дружба, где не только один должен победить, но и ребята могут совместно кооперироваться и создавать какие-то свои более масштабные корпорации и так далее. И отдельный плюс, что мне понравилось, что здесь нет ограничений в плане определенных ограниченных правил. Ребенок может придумать что-то еще, позвать там в коллектив там друга, да, масштабировать бизнес, или сказать, что там я продаю на таких-то условиях. Эти условия он выдумывает сам на ходу, и это такой маленький предприниматель растущий. Спасибо огромное, получили просто колоссальное удовольствие, хотим заказать себе такую игру.